Так, сегодня мы продолжаем наши новостные стримы. Сегодня у нас третий выпуск обновленных новостей. Приветствую всех, кто нас постоянно смотрит. Итак, начнем. Первая новость, которую я хотел бы сегодня обсудить, связана с тем, как под Минском милиция разогнала вечеринку Legalize Беларусь с автоматами. Об этом пишет Радио Свобода. О том, что около 3 часов 30 сентября сотрудники милиции задержали всех участников Плюр вечеринки. День руха Legalize Беларусь. Поведомил Свободе Петро Маркелу. Легкие наркотики, что ли, легализовать? Да, вечеринка проходила в закрытом бункере под Минском. И имеется вот у нас фотография в этом бункере. Прикол в том, что они никого не трогали, то есть никаких наркотиков там не было, и как всегда, лицо в пол, ну и без объяснения причины, почему и так далее. Ну и тому вещи есть даже, насколько я видел. Некоторых участников били, как написано в новостях. И снимали, вели оперативную съемку. То есть кто-то, походу, сдал, то есть их, чтобы будет такая вечеринка. Кто-то из них. Как обычно. Агентура внедрена, поэтому будьте всегда начеку. Агенты могут быть вокруг вас. Ребята, но при чем здесь агентура? По сути, если такие вечеринки они проходят, то они проходят обычно с привлечением кого-то еще, то есть каких-то людей извне. То есть есть какие-нибудь группы ВКонтакте и так далее. Вы что думаете, что наши эти комитетчики не форсят эти всяческие встречи и так далее? Группы по встречам. Форсят, конечно же, это очевидно. Этим, а тем более такая тема, легализация легких наркотиков. Что касается легализации легких наркотиков, ну, в принципе, в данный момент это не имеет смысла. Легализуя легкие наркотики, и у нас пойдут смерти от так называемых легких наркотиков, типа всяческих китайских химических. Так наоборот же, как раз таки смерти от того, что нету легалайса этих легких наркотиков. То есть химия появляется от того, что натуральный продукт, ну, даже травка, это как легкий наркотик считается, она запрещена. В этом-то и суть основная. А в том-то и дело, что вот эти вот смеси китайские химические и другие смеси химические, они идут в ряд с травкой. Разреши травку, разрешишь и все остальное. Нет, тут поэтому речь именно здесь, нет, не про химию. Так, что у нас, не нужно. У нас стоит цукцванг. Разреши одно, полезет другое из всех щелей, потому что у нас и так лезет из всех щелей. Поэтому и ужесточили закон 328. Наоборот, недавно же его немножко уменьшили, потому что там петиции брали, писали и так далее, делали. Ну, хотя я не знаю, ужесточили его или нет. Не в этом его суть. Ужесточали в 2014 году и в 2015. Недавно его, по-моему, наоборот сделали, менее таким суровым. Сделали помягче уже, ага. Понятно. Да, и суть, в принципе, той петиции, которую я видел, в декриминализации. То есть не сажать, то есть штрафы, ну и общественная работа. Ну, сначала китайцам нужно засунуть их химию в задницу, а потом уже легализировать легкие наркотики. Ну да, дело в китайцах, в принципе, а не в наркотиках, как говорится. Другие вещи абсолютно. Следующая новость связана с видео. Давайте посмотрим видео с канала «Народный репортер». Смотрим, кому отдать этот гаджет? Кому... Да. Не, это мое. На, ты пиши. Все, подожди. Ребята, мы в прямом... Здрасте. Добрый день, если что, это не у меня так тормозит. Это видео так снято.
Прекратите съемку. А что, съемка запрещена? Что у Петрухи на тормозе? Деятельность органов внутренних дел. Открытые глаза. Пять законов ОВД. Что вы так разволновались? Статья 5 закона ОВД. А нам? Я что-то вы не похожи, то, ну ладно. В случае невыполнения моих требований. Вы не волнуйтесь, ну, все нормально. Вы звуковой. Выводим звуковой. Основание какое? Основание содержания. Основание содержания. Основание содержаний. Статья 23 закона ОВД. Ребята, вам не стыдно? Вам вообще не стыдно? Ребята, вам не стыдно за наши деньги беспредел творить? Вы живете за налоги наши, мы платим вам. Не стыдно за наши бабки беспредел творить? Вы же живете за наш налог. Мы добросовестно платим, чтобы вы домой в семью приносили деньги. Несанкционированное мероприятие, пошел погулять человек на площадь, голубей покормить. А что вы его раньше не предупреждали? Целый час морозился, а? О, хороший вопрос. В засаде сидели. Надо было пробежаться, пробежка, да? Я же говорил, что возьму, я сказал, что там ОМОН стоит. Не предотвратили. Ну. Работники называют, законами. Да, я вот веду прямой. Вы же побежали сюда резко. Скажите, у вас дети вообще есть? У вас Бог есть вообще? Слави! Ваши дети в больницах будут умирать. Что вы будете делать? Вы стояли за углом. Вы смотрите. Боялись, смотрите, человек вышел погулять, голубей покормить. Давай вещи. А я там все у меня есть. Есть? За наши деньги вы берете просто людей невинных. Скажите задержание этого человека. Петрухин Сергей Сергеевич. Участковый Дмитрий Семенович. Я не сопротивлялся им, я не сопротивлялся. Нет. И Диме тоже не сопротивлялся. Я все снимаю. Нет. Товарищ милиционер, вы стояли за углом, почему вы не пришли на площадь? Какой товарищ, какой мантовар? Извините, но когда вам пора шли? Вы побежали, разве можно? Не может митинг отличить. Митинг как? От скоро подписи. Ну. А гулять? Воду делать. Основание у нас пишет, а чего его не бьют? Какие-то сволочи там были. Вам не стыдно? Вам не стыдно? За наши деньги жить! За наши деньги! Хотя бы за своих детей подумать! Не стыдно вам? Наши деньги тратите на что? Семью несете, кстати, вам не стыдно? В 1939 году проходил парад в Бресте 23 сентября. Здание воеводства. Вот они! Вот они, герои! Герои, смотрите! Ваша машина сзади, алло! Не надо, не надо, не надо! Здание с левой стороны. Это сам. Незаметно. Смотри, смотри! На площадь! Смотри! Смотри, животный мир! Смотри, животный мир! О, красавчик! Красавчик! Давай! Вот так черти забирают! Так, где Дима? Дима? Но, красавчики! Лучшие! Смотрите, как уходит позор на волки! Отдашь? Селиковичу позор! Отдашь? Дебилы, одним так, словом. Слышишь? Куда? Не знаю. Назад? Подожди, а как выключить у него запись прямую? Подожди. Я думаю, этого вполне достаточно. Вы увидели, как задержали Сергея Петрухина. За что? За кормление голубей.
А что он без разрешения голубей кормит, слышишь? А, да, у нас надо подавать горисполком бумагу, чтобы разрешили покормить голубя. Я забыл. Бедные голуби. Его, кстати, далеко везти не будут. Его отвезут вот совсем недалеко. Там, рядом со зданием воеводства, очень хорошо остановил. Вот возле этого здания проводили парад в 1939 году. А чуть-чуть правее Национальный банк, отделение города Бреста и Брестской области, а чуть-чуть дальше здание Комитета госбезопасности. Так, следующая наша новость связана с такой информацией, которая прошла в газете «Новый час». У Могилеве з'явится аллея 100 годов ВЛКСМ. Згодна з документам, які называецца план мерапрыемстваў, прысвечаных стагоддзю Усесаюзнага Ленінскага камуністычнага саюза моладзі, кастрычнік для Магілёва стане сапраўды чырвоным. Да. Ну, в Магілёве... Ну, да, канца дачытай. Алея з'явіцца і стане сапраўды чырвонай, таму што у першай рэдакцыі устава ВЛКСМ был такі артыкул, які казаў пра тое, што кожная камсамолка павінна даць любому камсамольцу, які здаваў деньги на развіццё камсамола. Такая алея красных Марий. Главное дело, Артём, даже не в этом, а смотри. ВЛКСМ был создан, в принципе, не в Беларуси вообще, в России. Ну да. К нам как бы... Почему у нас в городе... Не относится вообще. Да, почему у нас в городе собираются ставить памятник со дня столетия образования ВЛКСМ? Он не в Могилеве образовался. Ребята, вы чего? Ну, ребята, теперь могилевцы прекрасно будут знать, где искать проституток. Разве что-то плохо? Я думаю, сутенеры будут теперь знать, где им останавливаться. Такие в пушистых шубах. Я поэтому и сказал про первый устав ВЛКСМ, где было написано, что каждый комсомолец, который сдал все, значит, нужные деньги на комсомол, он может любую девушку из комсомола взять себе, и она не имеет права ему отказать. А, так вот почему сейчас в БРСМ идут. Это же как бы копия ВЛКСМ, только современная, алкашистская. Или там нет такого устава? Если девушка откажет мужчине, то тогда она будет исключена из ВЛКСМ. По поводу комсомола современного БРСМ, это там уже другое. Там уже люди, и девушки, и мужчины, они и девочки, и мальчики, они продаются совершенно за другие вещи. За работу, которую обычно не найдешь, если ты студент. За скидки, которые ты не найдешь, даже если ты студент. За все, что угодно. Ну и плюс к тому, что если у тебя преподаватели, которые старые советские закалки, и они видят билет, то они будут относиться к тебе лучше, чем к тем, у кого билета нету. Здесь уже другая продажа. Душевная, духовная. За бабки, грубо говоря. Следующая новость. Макрон пригласил Лукашенко в Париж. Вот даже как. Керовника Беларуси чекают у Франции 11 листопада. У гэты день у Парыжи отбудется урочистости, просвеченная отзначению 100 годзя заканчения Першей Сусветной войны 14-18. А покуль свой удел керовник Беларуси не подтвердил. Странно как-то. Да, позвали в сам Париж. Почему он не поедет? У Путина, наверное, хочет спросить, как он к этому отнесется. А помните такую фразу «увидеть Париж и умереть»? Да-да-да. Он боится, что после визита в Париж могут произойти какие-нибудь странные события. Ну да, он уже давно не хотел, чтобы Александр Григорьевич увидел Париж и умер. Кстати, совсем недавно у меня почему-то в рекомендованных выскочило видео Марата Минского по поводу того, Советский Союз возвращается и знак вопроса. Пиздец. Так и как, он возвращается или нет? Нет, не возвращается. Слава богу.
Господи, как же этот бред достал с Маратом Минским этими, не знаю, кто его смотрит. Но обычно россияне, как я понял, потому что он сделал там, наклепал роликов. Нет, он почему в рекомендованных вылез? Я его никогда не смотрел. Ну, один или два раза вот тогда вот. Знаешь, Артём, Филиппович снял как-то видео однажды, по-моему, в прошлом году, где он показал, что ему не просто в рекомендованные, а у него в подписках ОНТ, БТ и всякая такая херня. То есть он показывает свою страницу, он на это не подписан. Но потом он смотрит свой аккаунт из другого браузера, типа где он не залогинен. И там, по-моему, показано, что у него в подписках есть это. То есть вот таким образом они набирают себе 100 тысяч, как у НТ, например, подписчиков. При этом их никто не смотрит. То есть там буквально 20-30 там просмотров на каждое видео. Ну, Марата много кто смотрит. Марата много кто смотрит. Но он из Беларуси в том числе тоже. И из Украины. Да. Некоторые считают, что это вот, да, белорусский блогер такой оппозиционный. Ребята, Марату нужно поменьше врать. Но он подстраивается под тот момент, когда нужно говорить те или иные вещи, как я посмотрел, когда я раньше его смотрел, месяца три назад, последний раз его смотрел. Ой, ну каждый ролик противоречит другому. У нас уже есть один этот хайпажор, как его там, этот... Господи. Приятный Ильдар. Ильдар Хабибулин или как он там? Вот а, Беларусь ничего не снимает. Про Беларусь он ничего не снимает. Зато тупо хайпит на России как только может. Как умеет, так хайпит. Вот это вот прекрасно. Это замечательно. А потом еще рассказывают, что вот у нас в Минске дерьмовый Wi-Fi. Очень бы хотелось, чтобы на него тоже обратили внимание, как обращают внимание на того же самого этого, извините. Нормально у нас Wi-Fi, пусть не гонит. Хорошо, перейдем к следующей новости. The Village сообщает. Женщина в одиночку собирала подписи. Ее обвинили в проведении массового мероприятия. На сайте Zvorot.by появилось обращение о защите животных в Беларуси, которая подписала уже больше 1700 человек. Авторы обращения утверждают, что в рамках кампании планируется проведение круглых столов, запись видеообращений к самым разным общественным и социальным группам и к представителям власти, сбор живых подписей на улицах городов, встречи с чиновниками, непосредственно отвечающими за политику в области защиты животных. Одна из организаторов, Ольга Майорова, вышла на улицы Минска, чтобы собрать подписи людей. Она действовала в одиночку. За полтора часа собрала 55 подписей. В итоге женщину забрали в РОВД, посчитав ее действия массовым мероприятием. При этом у нее изъяли все подписи и памятки по электронному голосованию. Об этом Ольга Майорова написала на своей странице в Фейсбуке. Вот полная история. О людях очень редкого ума. Таки без РОВД центрального района не обойдется ни одна гражданская кампания, даже по сбору подписей, на закон о защите животных. А если начнем собирать подписи за охрану водяных от лесовиков, то явно первыми подпишутся работники этого славного учреждения всем списочным составом вместе с тещами, родственниками в Якутии и Зимбабве. Любопытнее, ну это в общем она описывает свои, так сказать, наблюдения. Главное здесь что? Это то, что женщина вышла в одиночку собирать подписи, как бы ничего не нарушая, ничего плохого не делая. Ей паяли массовое мероприятие. Знаешь, раньше была такая шутка, если да, три человека собралось, это уже типа толпа, массовое мероприятие. Теперь уже один человек. Нет, это можно вспомнить ту же девушку, которая ЛГБТ-активистка, то есть она вышла вроде в центре с плакатом, одиночный пикет, и тоже паяли массовое мероприятие. Или чувака, который из Легалайз был там, Беларусь, он... На я хамаке говорю, в общем, постоял. Об этом явлении. Так том, я тебе говорю о реальных случаях, которые были недавно. Причем тут то, что ты сейчас говоришь. Я говорю реальные случаи. Самое интересное, ребята, знаете в чем? Это вот в том, что вот некоторые украинцы, они говорят, вот нам бы вашего Лукашенко вместо Порошенко. Ребята, вы хотите диктатуру? Чего ж вы тогда вышли против Януковича? Хотели бы диктатуру? Лизали бы задницу Януковичу. Вот россияне говорят, дайте нам Лукашенко. Вам мало той диктатуры, которая у вас есть? Вас нужно задерживать за то, что вы в одиночку устраиваете массовые мероприятия и нарушаете и правила их проведения? Да пожалуйста.
Сколько угодно. Мы готовы вам даже доплатить, чтобы вы забрали вот этого Лукашенко либо в Украину, либо в Россию. Ну, да, прикол там в том, большая. Что в России ничем и не отличается, чем у нас, в принципе. Практически. Не, у них отличается. У них там в России отличается. Сильно отличается. Артем, у нас большая очередь, кстати говоря, желающих забрать Лукашенко. Я знаю, из Молдавии нам писали, из Молдовы, да, и из Казахстана, и из какой-нибудь Киргизии. Все хотят нашего батьку. Только никто не забирает. Да мы можем его расселенить и по кусочку каждому отдать. Устраивайте у себя диктатуру, почему нет? Только нам ее больше не нужно. Хорошо, следующая новость по поводу журналиста Тутбай. Об этом многие высказались, Эдуард Пальчис и другие журналисты, по поводу того, что он сказал, Дмитрий Бобрик, в смысле, рассказал о том, как его задерживали, и признался в том, что ему пришлось подписать бумагу о сотрудничестве. Ему угрожали, так сказать, проблемами большими, что разгласят его личные данные, что будут проблемы у его родственников, если он не подпишет эту бумагу. Его допрашивали много часов, и он вынужден был подписать эту бумагу. Однако он поступил как нормальный человек, и как только он оказался на свободе, он в этом признался, то есть заявил прямо. Я помню, подобные случаи были во время дела Белого легиона. Тогда тоже один человек, когда вышел, признался в том, через пару дней, что его вынудили подписать бумагу о сотрудничестве. И также хотел бы сказать... Что ты скажешь? Да. Комитет он умеет уговаривать. Главное здесь то, что подметил, кстати, Пальчис, что Тутбай всегда позиционировал себя как независимые СМИ. То есть не такое вот оппозиционное, там, как Новины, например, какие-нибудь, или там, не знаю, Белсат, а такие типа «мы не за власть, мы не за оппозицию», нейтральные. Но им это не помогло. Ну, конечно, не поможет, потому что сейчас это передел информационного поля. Война между белорусскими СМИ, нейтральными, свободными и несвободными, она идет очень давно. Сейчас появилась возможность, чтобы их переделить по новой. Тут дело в том, что войны нету, потому что игра только в одну сторону. То есть государство указывает, да, эти СМИ, которые неугодны. БТ же никто не трогает, и российские СМИ. То есть российские СМИ, им дают полный карт-бланш. Вы хотите, нет, то и делаете. Мы же не берем российские СМИ, правильно? Мы берем наши белорусские. Да, то есть, тут немного в другом. Артем сказал, идет война между свободными и несвободными. БТ, белорусские, ну, слушайте, СМИ и российские есть... СМИ, они не свободные, вот в чем дело. Поэтому их никто и не будет трогать. Идет почему? Война они между свободными и несвободными. Кот, да, я тебе объясню. Почему же российские СМИ и свободные от нашего государства? Их же тоже можно от российского государства. Дружище, российские СМИ, они тоже подвергаются давлению, причем очень жесткому давлению. А иногда даже они подвергаются редактированию со стороны нашего Министерства информации. Причем редактированию очень наглому и глупому. Ну, и что, к ним в офис приходят всякие там ОМОН и так далее, как Тубайо. Изымают технику, хочешь сказать? Нет, не приходят, их просто отключают из эфира и включают вместо какой-либо новости рекламу. Ну, это совсем разные вещи априори. Да, это заглушение свободы слова, что называется. Дело в том, Фридом, тут одна поправочка. Знаешь, почему так происходит? Потому что свободных СМИ нет в кабельной сети, их не нужно глушить. То есть, ну, их не видят зрители. Это, то есть... Они приходят, это понятно, и забирают, то есть... сотрудников. То есть, а РТР они не могут, например. Совокупность 90 на 10. То есть абсолютно подавляющее большинство. Министерство информации, оно работает как Министерство правды. Если наше Министерство информации, уже отсмотрев что-либо, что шло во Владивостоке по НТВ, и то, что будет включено в сетку вещания на нашу территорию, есть что-либо, что нам неприятно и не нравится, мы просто вместо этой новости включаем рекламу. Для этого сделан специальный инструмент. Если посмотреть, то у нас РТР лучше... Беларусь, НТВ Беларусь, что там еще, короче. Ну да. Но все равно там показывают, опять же, ментов, чтоб творится, там Рязани какой-нибудь, Омский и так далее. Как не зайдут в комнату, там, отец, к примеру, там, ну, сколько, за 60 скоро будет. Он смотрит там
ментов. Там, и опять же, НТВ Беларусь или там РТР Беларусь. Там менты, и, там Киселев и все вот это. Как всегда. По-старому. Их никто не глушит, естественно, все нормально в этом плане. Вещайте. Так это не та информация, которую глушат. Глушить могут новости, либо ток-шоу, на которых могут быть неудобные, так сказать, вопросы. Которые нам неприятны. Да. Которые, ну, не то чтобы нам, которые неприятны нашему правительству. Против Лукашенко высказанные позиции. Но если против Лукашенко ничего не говорят, то все, пожалуйста. Любая дегенеративная херня, лишь бы только не про власть. Идеологии нашего государства. Не Лукашенко там или еще кто-нибудь. Просто все, что противоречит идеологии нашего государства, оно выключается. Выключается методом включения рекламы, резанию новостей и так далее. То есть в этом мы уже преуспели. У нас Министерство информации работает как Министерство правды. Что Министерство информации разрешает, то правда. Что не разрешает или против чего борется, то неправда. Это уже, наверное, лет 15 как-то. Еще, вот если мы берем последние законы, которые вышли лет 5 назад, то это уже абсолютно четко. То есть, я к тому, по хочу мысль регуляции... В том плане, что, к примеру, независимые СМИ вообще не трогают номенклатуру, ну, то есть вещают, там, к примеру, на мове какой-нибудь там и так далее, тоже Белсат, их все равно будут прессовать, то есть они даже ответвленные тему будет говорить не о номенклатуре, но все равно их будут прессовать. А РТР будет киселевщина вещать, какой там русский мир очень хороший, их ни в любом случае не будут трогать. Вот нет, ну ты привел, конечно, пример Белсат. Белсат — это вообще вражеский агент из Белостока. Не зарегистрированный в Беларуси. Ну. Белсат. Их в основном прессуют вредом за то, что они не зарегистрированы в Беларуси. Ну так и зарегистрируйся. Не хотят, им не дают регистрацию. Ну, там же, например, ЕГУ. Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе, который был изгнан из Минска. Ну вот же. Дипломы этого ЕГУ не котируются в нашей стране. Угадай почему. Ну это понятно, потому политика государства. Этот ЕГУ был изгнан из нашей страны. Белсат вот тоже именно. Сам. В том-то и дело, российским СМИ дают полный карт-бланш, еще раз повторяю. Им не дают даже зарегистрироваться и выгоняют их. Вот к чему я клоню, понимаете? Фридом, российским СМИ не дается никакой карт-бланш. Российские СМИ регулируют наше Министерство информации. То Министерство информации. Их так не прессуют, как тот же Белсат или то, что ты сказал сейчас, ЕГУ, собственно говоря, Вильнюс. Не так их прессуют, как те же СМИ, которые с другой стороны. Их вот не прессуют. Их просто вырезают из эфира. Именно. Прессовать их не могут. Как РТР, например, можно прессануть ОМОНом. РТР можно заглушить. Да никак. Потом будет такой международный вопль. Потом будет 60 минут с этой с девушкой, ну, которую как бы ГБшник. Тише, тише, тише. Там это пропагандонка со своим мужем ведет 60 минут на Первом канале. Слушай, ну Белсат можно прессовать, а РТР конечно, нельзя можно прессовать. Потому что Белсат, во-первых, он находится здесь. У Белсата нет аккредитации. Да, и у него нет аккредитации. Ну так РТР же дали аккредитацию? Дали. Ну а сам Белсата не дали. Почему? Сам понимаешь. Ну я вот про эту мысль Белсат... изначально и вам хотел сказать, смотри, понимаете? Ее не надо нам говорить, мы ее знаем. Фридом, смотри, ситуация. У Белсата нет аккредитации. У РТР... есть аккредитация. Белсат прессуют ОМОНом, РТР просто вырезают из эфира то, что не нравится. Разницу чувствуешь? У одних да, нет аккредитации, уровень... их можно прессовать. А у других есть аккредитация, их нельзя прессовать. Можно только вырезать из эфира то, что не нравится. Ну, РТР, все, я понял. Этом, РТР нельзя прессовать ОМОНом, потому что это Россия, уровень... Россия, которая дает кредиты. А я про это и говорю изначально. Уровень цензуры совсем другой в этом плане. По хорошо, отношению к России уровень цензуры намного ниже. Нет, проблема в том, что уровень цензуры одинаковый. И тем, и другим затыкают рот. Нет. Только одним затыкают рот с помощью милицейской дубинки, а другим затыкают рот, просто вырезая из эфира. Именно, вот это и есть уровень цензуры. То есть разница колоссальна сама по себе. Опять-таки зависит от того, за что затыкают рот. Когда Жириновский там призывает ко всякой фигне... Белсата у нас в эфире нету.
Да. В эфире на кабельных каналах у нас в кабельной сети нет. Был SATA нет. Поэтому смысла его глушить тоже нет. Его так просто в дело, что... Вы издеваетесь, я не понимаю. В том-то и дело, что его не позволяет ему давать на эфир. Нету кабельного вещания у него. А вот R есть. Вот основная так суть. У него оно будет, если Белсат не аккредитован в Республике Беларусь? В том-то и дело, что не дает аккредитацию Белсату. В том-то и дело, следовательно, что не дает аккредитацию. Если какой-либо журналист действует не по закону, значит его можно душить дубинкой. А РТР действует по закону. РТР, ОРТ... И так далее, НТВ. Да, вот про это и говорю, им дают полный. Они действуют по закону, поэтому им нужно затыкать его только одним способом. Вырезая их из эфира, и все, закрывая их блоки рекламы. Ладно, короче, это не мысль, которую, ну, вы поняли. Да, что, о чем мы там говорим? Да, мы поняли. Здесь следующее... просто суть в том, что у нас есть Министерство правды. Да. Министерство правды – это Министерство информации, которое затыкает рот и тем, и другим. Одним затыкает рот по одному, по одной схеме, да, другим по разному. Это основная мысль. Да, по-разному. Следующая новость, даже я бы сказал, не новость, а небольшая информация. Фотография, картинка с сайта Promisebuy по поводу банкротства Райпо. Пока мы говорили, вы могли видеть эту картинку и можете прочитать, что здесь есть. Не будем заострять внимание, перейдем к следующей информации. Следующая новость связана с площадью Ленина. Мингорисполком решил не переименовывать станцию метро «Площадь Ленина» еще в 2010 году. В начале сентября мы писали о ситуации вокруг переименования станции «Площадь Ленина», когда активисты отправили петицию с требованием придумать станции новое название. Им ответили, что проводили опрос минчан в местных СМИ, и те были против такого решения. Авторы петиции заявили, что ответ неполный, и потребовали больше подробностей по ряду вопросов. В итоге Мингорисполком ответил, что опрос минчан проводился в 2010 году. То есть ответили сейчас по поводу того, что оказывается еще в 2010 году они кого-то там типа спрашивали, и типа кто-то им сказал, что не надо переименовывать. Что требовали авторы петиции? Первое. Указать, когда проходило заседание комиссии по предложению переименования, и написать номер протокола дальше. Обозначить общее количество минчан, которые при обсуждении вопроса были за и против переименования. Назвать издание, в котором опубликовали информацию о переименовании. В пресс-службе Мингорисполкома журналистам пояснили, что обычно это делают в газете «Минский курьер». Ответить на вопрос о несоответствии названия станции метро, названия площади, под которой она находится. Учесть пользователей, которые подписали петицию, а не только опрошенных через местные СМИ. И что ответил на это Мингорисполком? В ответ за подписью Игоря Юркевича, зампредседателя Мингорисполкома, сначала рассказали об опросе. В 2010 году комиссия по наименованию и переименованию проспектов улиц, площадей и других составных частей Минска рассматривала вопрос переименования станции метро. Члены комиссии согласились с предложением, но по закону они должны были учесть мнение горожан. Эту обязанность установил Минский городской совет депутатов в 2008 году. Решение комиссии опубликовали в «Минском курьере» и «Вечернем Минске». В ответ прошло 40 обращений по этой теме, из которых 31, часть коллективная, были против этого решения. В результате комиссия решила не менять название станции. Ответить, сколько конкретных людей высказались за или против переименования, на данный момент не представляется возможным. По вопросу того, что в 2003 году Минский метрополитен получил деньги на переименование станции, Мингорисполком отвечает, что сейчас точно это узнать не получится, слишком много времени прошло. И вот есть фотография бумаги. А на какую площадь хотели переименовать? Ну, если тут не будет площадь независимости, по-моему, какая должна быть? По-моему, площадь независимости, по-моему, просто. Да, в этой статье не указано. Ну, вроде я там с Лениным не связано. Иногда мне кажется, что нужно бить коммунистов их же самыми идеями. Площадь Ленина переименовать в площадь Дзержинского.
А зачем? Дзержинский хотя бы имеет какое-то отношение к нашей стране, в отличие от Ленина. Ну, памятник же ему стоит. Ну и что? Пускай будет площадь Дзержинского. Ну, как бы и тот не очень... Ну да. Хорошие деятели. Так что как-то глупо, я не знаю. Хотя бы один из них имеет какое-то отношение к нашей стране. Он, ну, Дзержинский, допустим, родился в Минской области. А Ленин — это что? Я даже готов, чтобы вот каждого Ленина на площади Ленина в каждом областном центре, в котором он есть, заменить на памятник Дзержинскому. Его просто дальше будет проще сносить. Да зачем сносить? По этот музей. Создать, пускай коммунисты смотрят на своих идолов. Не, я к тому, что нужно бороться и их же методом. То есть Ленин к нам никакого отношения не имеет. У нас есть Дзержинский. Давайте везде Дзержинского понатыкаем. А уже после Дзержинского нужно будет говорить другую схему о том, что вот Дзержинский, он все-таки... Не очень хороший человек для нашей страны. Поэтому давайте его снесем. И все согласятся. Ну, а тут единственный большой минус – это лишние расходы. На Дзержинского. У нас про Ленина никто не знает. У нас на Ленина всем наплевать. Ну, есть Ленин, какая разница. А вот Дзержинский – другое дело. Следующая новость. К приезду Лукашенко и Порошенко готовятся в Гомеле. На центральной улице проходят масштабные работы по замене плитки. В общем, красят траву. Если бы была зима, белили бы снег. Готовились к приезду. Последние дни в центре Гомеля на главной улице Советской ведутся дорожные ремонты. На проезжей части местами меняют асфальт, проходят масштабные работы по замене плитки на тротуарах. Конечно, многие пешеходы испытывают неудобства и ругают власть, куда уходят наши налоги. А многие говорят, что надо потерпеть, и станет красиво. Плитка будет другая, с узором, красивее станет. Мэр сказал поменять к приезду Лукашенко, рассказали свою версию рабочие. Комсомолка позвонила в Гомельское городское ЖКХ, где подтвердили, что работы проходят к белорусско-украинскому форуму регионов, который состоится 25-26 октября. Ожидается, что мероприятие в Гомеле посетят президенты Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Советская центральная улица в городе. Здесь проходит главное мероприятие во время праздников. Плитка уже пролежала здесь больше 10 лет. Посмотрите в Минске, в Бресте, какая красота. И мы тоже должны выглядеть достойно, говорят в ЖКХ. Плитка единственного места местного производства, производителя, поэтому для бюджета это самый дешевый вариант. Да, вот прямо сейчас, в 2018 году, посмотрите, какая в Бресте красота, потому что мы готовимся к нашему тысячелетию. Ага. Уже лет 5 готовимся к тысячелетию. Посмотрите, какая у нас красота. Я вот помню, в 2008 году, когда приезжал Лукашенко и Медведев в Брестскую крепость на какие-то там сраные переговоры свои, у нас перелопатили абсолютно всю центральную улицу. Нормальную плитку заменили на легко крошащуюся, которую потом меняли в 2010, которую потом меняли в 2012 году. Вот. То есть это все, знаете... То, что вам строят вот эту вот потемкинскую деревню в Могилеве или в Гомеле, это замечательно. Только эта потемкинская деревня очень долго не проживет, как у нас в 2008 году, 10-й, 2 года. 2 года протянет, хотя уже через полгода эта плитка уже шаталась под ногами, и ходить было по ней практически невозможно. И горожане писали мэру и говорили о том, что плитку нужно менять. И мэр зачесался, и через год уже поменял плитку. Еще одна новость. То, что делается в спешке и в попыхах, это... Это не то, чтобы красиво. И это красиво никогда не будет. Но посмотрите на Брест, да. Брест готовится к своему тысячелетию. Он хочет выглядеть красиво.
Хотя и то у нас вот сейчас вот один пролет поста открыли, второй закрыли, делают какую-то фигню. Неважно, посмотрим, как будет выглядеть Брест в 2019 году. Еще одна новость из Гомеля. Рабочий добился права на пенсию в 60 лет. То есть, ну, мы знаем, что этот пенсионный возраст подняли, однако вот рабочему удалось добиться права на пенсию в 60 лет. Анатолий Поплавный хочет, чтобы прецедентом воспользовались и другие белорусы. Да, об этом сообщает Хартия 97. Слесарь, инструментальщик ООО «Гомель Кабель» добился рассмотрения вопроса об уходе на пенсию по старым правилам. Комиссия по назначению пенсии в Гомеле будет решать, имеет ли право мужчина уйти на пенсию по старым правилам в 60 лет. Начальник, это вот «Гомельская весна» сообщает, начальник управления соцзащиты администрации Советского района Гомеля Тамара Сердюкова попросила строптивого слесаря в срок до 10 октября предоставить документы, необходимые для назначения пенсии по возрасту. Вот есть здесь фотография этого документа. Достигший 60-летнего возраста житель Гомеля Анатолий Поплавный считает, что никто не имеет права отнимать у него трудовую пенсию по достижению 60 лет при стаже работы не менее 25 лет. Это право возникло у меня изначально в СССР, а потом и в Республике Беларусь. Но в 2017 году в Беларуси был принят закон, по которому я уйду на пенсию лишь в 61,5 год, что ухудшило мое положение по сравнению с ранее существовавшим законодательством, заявляет несостоявшийся пенсионер. Я понимаю, что создаю прецедент, которым в случае успеха воспользуются и другие пенсионеры, не получившие пенсию в 55 и 60 лет. Продолжает он. Конституция запрещает придавать обратную силу закону, который ухудшает правовое положение граждан. Тем не менее, чиновники увеличили пенсионный возраст, а народ молчит. И я решил действовать. После того, как соцзащита мне откажет, я пойду до конца. Пускай на этот счет выскажутся и главные судьи страны, Верховный и Конституционный, заявляет гомельчанин. Молодец, вот бы так каждый белорус сделал, это было бы просто очень нужно хорошо. Нужно понимать, что у нас непрецедентное право. Созданный прецедент ничего не значит. Потому что у нас право основывается на континентальном праве, то есть на римском праве. А прецедентное право – это основное право, право Великобритании. Вот если бы он жил в Великобритании, то все пенсионеры после его прецедента, ссылаясь на его прецедент, могли бы ссылаться на него и на решение суда по его делу. А так, здесь зависит от судей. Что касается пенсии, то в принципе любой человек, который уже заслужил свою пенсию, он может выйти на пенсию в любом возрасте. Хоть в 50 лет, хоть в 60 лет, только нужно будет выходить на пенсию через суд. Вот он, допустим, имеет 20 лет стажа, выходит на пенсию в 50 лет, да, начал работать в 30. 20 лет стажа у него есть. Он имеет право пойти в суд и сказать: я хочу выйти на пенсию, платите мне деньги, которые я вам отдал через налоги. И уже суд будет решать, давать ему пенсию или не давать. По закону, то есть по континентальному праву, которое у нас существует в определенных рамках. А если много пенсионеров скажут, вот мы хотим в 50 лет на пенсию, тут уже будет другое дело. Или в 40 лет. Человек работает с 20 лет. Или с 16. Как этот Золотов рассказывал, я ударник социалистического труда. Таких ударников социалистического труда по бывшему Советскому Союзу до хренища. Любой ударник социалистического труда имеет право потребовать. А ну-ка, давайте, заплатите мне за то, что я ударник. Был. Или была. Любой человек может потребовать свою пенсию раньше времени выхода на пенсию. Время выхода на пенсию – это потолок. То есть государство определяет не то, что вы должны работать до 61 года, а вы можете работать до 61 года, но можете выйти и раньше. Но через суд. Хорошо.
Следующая новость связана с тем, что началась демаркация белорусско-украинской границы в Чернобыльской зоне. Как пишет, что охранять границу в Чернобыльской зоне будет исключительно техника, а наряды пограничников и квадрокоптеры будут направляться на участки только в случае обнаружения нарушителей. Лукашенко забыл, наверное. У нас нету никакой Чернобыльской зоны. У нас все в порядке. Это Украина там какая-то Чернобыльская. У нас радиации больше нету. И заповедника больше нету радиационного. Реализация такого масштабного проекта была бы невозможна без международной технической помощи. И ее привлечено на сумму примерно в 1,6 миллионов евро. То есть, ну, на разграничение. Протяженность государственной границы между Белоруссией и Украиной составляет 1084,2 километров, из них 758,3 на сухопутном участке и 325,9 километров на водном участке по рекам и около 120 километров по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Прилегающая госграница территория труднопроходима, имеются большие площади, покрытые густыми лесами, болотами, небольшими озерами и разветвленной сетью мелиоративных каналов. Демаркация границы с Украиной по планам должна завершиться в 2026 году. То есть это не быстрый срок. Ну, здесь такая ситуация, что у Гомельской области вот только что украли 1,6 миллионов евро из бюджета. Опасаются того, что будет провоз контрабанды, боевиков украинских и чего там еще у нас, оружие. Да. Хотя опасаются. Российскую границу никто не пытается там обтянуть сеткой и закрыть. Брестско-украинскую границу тоже никто не собирается обтягивать сеткой. Опасаются контрабанды. Ага. Через Чернобыльскую зону. А возможно просто двухголовых собак и медведей трехголовых. Что странно, что не опасаются контрабанды с востока. А чего опасаться контрабанды с востока? Мы сами туда контрабанду гоним постоянно. И они к нам гонят. Вот эти вот китайские наркотики легкие. Они откуда приходят? Из воздуха? Нет. Через российскую Россия. Границу. Все просто. Какие оружия? Да, нас пугают только прорвавшимися джипами с украинской территории. Да, причем после этого весь байонет ржет, как умалишенный, по поводу того, что джип прорвался. Ха-ха-ха. Самое интересное, именно так оно и было. То есть это было всего лишь, был всего лишь фейк. А российские телеканалы об этом как рассказывали. Ой, прорвались, ой то, ой сё. Через российскую границу приехал преступник. Как украинские каналы плакали. Ой, преступника сдержали на белорусско-российской границе, ну, на этом, на таможенном посту в Минске. Этого чеченца-преступника. Потому что он ехал не по закону. Ой, задержали, какой плохой режим. Смотрят люди всегда не туда, смотрят всегда туда, куда им указывают СМИ. А нужно смотреть в корень. А корень в том, что мы гоним контрабанду в Россию, Россия гонит контрабанду нам. Мы перегоняем эту контрабанду в Украину через западные области и в Европу через запад. Украина как гонит контрабанду Россия через западные области в Россию. И это все очень взаимовыгодно. Но это взаимовыгодно не государству, это взаимовыгодно преступникам, которые находятся у государственной власти. Ну, номенклатуре, грубо говоря. И изначально же сам корень – это именно российская граница. Изначально же все, вся цепочка начинается именно с России, как ни крути. Изначально эта вся проблема в том, что мы в 1991 году подписали договор о содружестве независимых государств. Вот в чем вся проблема. Шушкевич уже в этом раскаялся. И неоднократно. За последние лет 10. Кстати, о Шушкевиче у нас еще будет новость сегодня. А пока следующая информация. СК задержание начальника управления Минздрава не связано с закупкой
Эупенты. Да, та самая чиновница, которая говорила про вакцину, была задержана за взятку. Риутскую подозревают в получении взятки. Указанные факты не связаны с проведением процедуры закупки вакцины Эупента, обратила внимание Юлия Гончарова. По данным следствия, подозреваемая с января 2015 года по март 2018 неоднократно брала взятки. Шокирующая новость. Не поделилась, наверное. Как всегда. А может, потом ее выпустят через пару лет, и она опять займет руководящую должность, как это обычно было. И бывает. А может, даже не, ну теперь уже отпустят. Такую заметную должность уже не займет. Она максимум председателем колхоза. В область, в районе каком-нибудь, будет главой здравоохранения или что там. Так что... Да, теперь по поводу начальником шишки. Управления Минздрава она больше уже не будет, это стопудово. Но там других желающих много на эту должность. Да, теперь по поводу Шушкевича. Шушкевич перенес на этой неделе инфаркт на ногах, а врачи леч-комиссии этого не заметили. И после 6 дней интенсивной терапии в РНПЦ кардиология направился в Корею. Такая новость. Первый глава Республики Беларусь Станислав Шушкевич в интервью «Народной воле» рассказал, что перенес инфаркт на ногах. И те медики, у которых я наблюдался в лечкомиссии, его не заметили. Но мне повезло, я попал к хорошим докторам в кардиологический центр, и они меня интенсивно лечили. Одна капельница длилась 7,5 часов. Представляете, что это такое? А я принял 6 таких. Когда я приехал в РНПЦ кардиологии на консультацию, и доктор взглянул на мою кардиограмму, он сразу спросил, когда вы перенесли инфаркт. То есть, понимаете, в чем суть? Перенес его на ногах, то есть он просто ходил, занимался своими делами, да, ему там было плохо, оказывается, у него был инфаркт. Это узнали постфактум. Когда он пришел к врачам, они посмотрели, и оказалось, что у него был инфаркт. Вот какой крепкий человек. Да, только вот скоро мы, скорее всего, этого человека лишимся, потому что все-таки он уже в годах, причем в серьезных таких. Ну, а по сути, все-таки это первый глава независимой Беларуси, поэтому к нему должен быть особый медицинский уход. Интересно, почему не заметила никакая лечкомиссия ничего? То есть он должен пользоваться привилегиями бывшего главы государства. По логике. Небрежность, плохая квалификация членов медкомиссии. Что же еще тут может быть? Ну да, хорошо подобрана новость. Сначала один садится за взятку, а потом другие не замечают, что и как. Прекрасно у нас врачи. Это показатель нашей бесплатной медицины. И кто-то еще говорит, у нас социальное государство, у нас отличная медицина, у нас хорошая милиция. Тем более она не бесплатная. Да, это первое, самое основное. Не, здесь медицина какого уровня, ребят? Здесь бывший глава, первый глава белорусского государства. Это не бомж какой-нибудь с имеет право не просто, а бывший глава государства. Не просто бесплатная медицина, это бесплатная медицина экстра-класса. А теперь представьте, что будет с простым человеком из какого-нибудь райцентра, у которого произошли проблемы, и он вынужден обратиться в поликлинику. Как говорится, ни на что хорошее не рассчитывает. Ну и царство ему небесное. Царство ему небесное. Даже Шушкевича и того проглядели. В Минске вводится ночной сухой закон. В супермаркетах не будет ни пива, ни водки. На территории Минска с 1 октября 2018 года, то есть уже вот сейчас, вводится ночной сухой закон. Соответствующее постановление Мингорисполкома опубликовано на национально-правовом портале. Ежедневно с 23.00 и до 7 утра будет запрещена продажа алкоголя, в том числе и пива. Такое ограничение введено на год.
Крепкий алкоголь можно будет приобрести только в кафе или ресторанах в разлив. А пиво будет продаваться еще в спортивных сооружениях типа Минск-арена. Прекрасно, спорт и пиво. В супермаркете купить нельзя в связи с запретом, но в спортивных учреждениях только за какой-то пиво. Бред. Да, это наше государство. Здоровый образ жизни. В очередной раз запрет. Что за идиотия какая-то? Причина запрета – популяризация здорового образа жизни. Человек, который покупал крепкие алкогольные напитки во времена, когда были вот эти вот временные сухие законы вообще, то есть целый день не продают воду. Ни водку, ни пиво, ничего вообще алкогольного. Это когда у нас выпускают выпускников, школьников. Как человек, который по знакомству покупал водку, я могу сказать, что это хотелки. Вот директива есть, а работать она не будет. Потому что у каждого человека есть знакомые. И безразлично, есть директива, нету директивы. Если никто не увидит, если никто ничего не заметит, то все равно все будут продавать. Даже из-под прилавка. Даже с дополнительными наценками еще за то, что ты продал. То есть это просто, просто смешно. Деньги пойдут, как всегда. Ну, коррупция, грубо говоря, порождение. Запреты порождают коррупцию. Ничего нового, в принципе. Да и тем более, как они борются с этим алкоголизмом? Не, чтобы убрать это чарло, убрать магазины подальше эти с водкой. То есть разделить эти и на водочное дело, и по разным магазинам их сделать. Так нет, нужно просто запретить. Не с причиной, а со следствием бороться, как всегда. Особенно, насколько это глупо выглядит. Сейчас я еще раз перечитаю последние 4 строчки. Крепкий алкоголь, слушайте внимательно, можно будет приобрести только в кафе или ресторанах в разлив. А пиво будет продаваться еще в спортивных сооружениях типа Минск-арены. Причина запрета – популяризация здорового образа жизни, профилактика пьянства и алкоголизма. То есть пиво будет продаваться в спортивных сооружениях типа Минск-арены, поскольку мы популяризируем здоровый образ жизни. Приходите в спорт-арену за пивом. Прекрасно. Не, ну а зачем еще эта арена нужна? Неужели кто-то считает, что кто-то приходит на вот эти вот спортивные сооружения, которые Лукашенко понастроил, чтобы позаниматься спортом, кроме тех, кто этим спортом занимается профессионально? Вот эти вот ребята, которые приходят в Ледовый дворец Брестский на дискотеки, выпить пиво, там, познакомиться, они приходят за спортом? Что-то не нужно, похоже. Чтобы вот это вот спортивное сооружение хоть как-нибудь окупало. А спорт у нас, извините, не в чести, потому что занятие спортом, как ни крути, профессиональным спортом, это вреда своему здоровью. Человек, который занимается спортом реально профессионально, он гробит свое здоровье. Это вам скажет любой спортсмен. Здоровый образ жизни – это не то, что ты, значит, будешь на лыжах ходить, на коньках кататься и так далее. Здоровый образ жизни – это когда у тебя вообще все в порядке. Когда у тебя нету никаких психологических проблем. Когда у тебя нету никаких семейных проблем. Когда у тебя нету никаких других проблем. Когда ты можешь купить себе свежие фрукты, свежие овощи. Когда ты можешь питаться здоровыми... Ну, питаться по здоровой диете. Вот это здоровый образ жизни. Это все не про Беларусь. По крайней мере, не для большей части населения. Потому это что нечем заняться. Это для той части населения, у которой есть деньги на здоровый образ жизни, на здоровое питание и так далее. Вот здоровый образ жизни среди них пропагандируете, у них есть на это деньги, а у других людей на это денег нету. Им мозги у них есть деньги на чарло, как говорится, который так продается днем. Им мозги сначала на работе отлюбят по полной программе, потом они придут домой, им жена отлюбит мозги или там, не знаю, любовница или еще кто-то. Ну и что им останется? Вот у них была мечта, они ее не реализовали. А что остается?
идти обращаться в психоневрологический диспансер, ну как-то это не по-мужски. Давай-ка мы лучше как-нибудь перетерпим. И человек живет в постоянном стрессе, потом срывается, а потом понимаешь, знаешь, вот как-то лучше, наверное, пить, чем постоянно срываться. И все, до свидания, человек ушел. Хорошо, следующее... Вот такой алкоголизм, по сути. Алкоголизм и нездоровый образ жизни. А нездоровый образ жизни – это то, что человек ест нездоровую пищу. А нездоровую пищу у нас ест 80% населения. Потому что нет денег на здоровую. И только. Следующая новость у нас тоже не очень-то хорошая. Связана с тунеядством. Пресловутый закон о тунеядцах скоро возвращается с 2019 года. И профсоюз РЭП у нас приводит информацию из экономической газеты. Ну, тут описано о том, как проверить, есть ли вы в списке тунеядцев. И о том, что на основании там закона с 1 января появляются вот эти самые тунеядские списки и работает декрет. В общем, как посмотреть список? Во-первых, на главной странице сайтов районных, городских исполкомов, местных администраций размещены ссылки на рубрику «Декрет номер 3 о содействии занятости населения». Здесь есть актуальная информация о комиссии, ее состав, график работы, контактные данные и нормативка, связанная с декретом. Информация о формировании актуализации базы данных будет на этой закладке. Во-вторых, можно самостоятельно обратиться в комиссию и уточнить, содержатся ли ваши персональные сведения в базе данных. В-третьих, местные комиссии обязаны посредством почтовой или телефонной связи, смс-рассылки и так далее сообщить гражданину о том, что он попал в базу данных. Но если он тунеядец. Указанные сведения содержат персональные данные граждан, поэтому они не будут размещаться на сайтах, в СМИ, информационных стендах и так далее. Сведения в базе данных будут обновляться ежеквартально, а следовательно информировать граждан о включении их в базу данных будет ежеквартально. Полная статья доступна на сайте экономической газеты. Там, в частности, приведены особенности того, кто будет попадать в этот список тунеядцев и кто нет. То есть там определенные изменения по сравнению с декретом номер 3. Если мы откроем первоисточник, то есть ту же вот экономическую газету, то здесь приводятся более широкие данные. Сегодня, вот насчет сведений, сегодня они актуально нарабатываются, то есть базы тунеядцев, нарабатывают свои базы, ведь первые списки должны быть сформированы к 1 февраля 2019 года и утверждены до 8 февраля 2019 года решением соответствующего исполкома местной администрации. Не позднее 10 февраля 2019 года комиссии должны проинформировать граждан о том, что они включены в список. Что может комиссия тунеядская? Основная задача комиссии – координировать работу по выполнению норм декрета президента о содействии занятости населения. Далее декрет. Это резонансный документ, так называемый декрет о тунеядцах, тра-та-та, в общем, и комиссии. В состав комиссии будут депутаты, специалисты из органов труда, занятости, соцзащиты, в общем, внутренних дел там и так далее, и городской администрации, исполкомов. Что могут эти комиссии? Комиссии вправе освобождать полностью или частично трудоспособных граждан, не занятых в экономике, от оплаты услуг с возмещением затрат в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации по их заявлениям, либо отказывать в таком освобождении. Направлять трудоспособных неработающих граждан в органы по труду, занятости и социальной защите для оказания им содействия в трудоустройстве. А также принимать решения о необходимости направления трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории и так далее. То есть алкоголиков, бомжей и так далее. Этот декрет Международная организация по труду и ООН признали нарушением прав людей, то есть это принудительный труд, безусловно. Как и декрет номер 3. А самое главное, что меня здесь интересует, это то, что
уже проскакивала информация о том, что с 2020 года собираются с граждан взимать полную плату за ЖКХ, полностью за все. И тут встает вопрос, если вы пытались наказать теневиков, да, вытащить с них деньги, стимулировать тунеядцев, так называемых, да, в кавычках, чтобы они шли работать, то вопрос, а зачем же тогда через год вы будете всех, со всех брать вот этот самый полную стоимость 100%? В чем суть тогда этого декрета? Любой работяга, который всю жизнь работал в 2020 году, может сказать, что это такое? В прошлом году тунеядцев вот так наказывали, а почему теперь я должен так же сам оплатить 100% со все? Я что, тоже такой теперь или как это? То есть наше государство нелогично, непоследовательно ни в чем. Оно нарушает законы, само себе противоречит и занимается просто ерундой. Сколько денег потрачено на эти комиссии, на содержание вот этих самых чиновников? А ведь проблема тунеядства-то в чем? В том, что неэффективная советская вот эта экономика, которая управляет... Нету рабочих мест. Вот в чем самая главная проблема. Нету рабочих мест. Обеспечь рабочие места. Вот. Не можешь обеспечить, пошел нафиг. Да, Артем... А причина отсутствия рабочих мест – это давление на бизнес. То есть и малый бизнес, и средний, и даже крупный душит. Ну, где человек может найти эти рабочие места? Рабочие места-то, может, это и есть, но 100-150 баксов – это вот, как бы не знаю. Так вот, в том-то и дело. Эти места искусственно созданы государством для того, чтобы закрыть, так сказать, этот бюджет. Ну или просто... Просто где-то есть низкооплачиваемые такие места. Ну ладно, еще студентами на низкооплачиваемую ставку можно будет хоть как-нибудь несколько лет прожить, потому что студентов выпускается очень много каждый год. И они будут работать 5 лет по там эти студенты, которые являются рабами фактически университета, которых по распределению распределяют, которые должны отработать определенное количество времени. Ну хорошо, вот эти вот рабочие места низкооплачиваемые ты забьешь, а дальше что? Это же не заканчивается только студентами и вот этими рабочими местами, на которые ты запихиваешь студентов на низкую ставку. Люди просто не хотят идти на некоторые рабочие места, на которых низкая оплата, потому что они не могут, во-первых, заплатить за ком-услуги, купить себе что-нибудь там, не знаю, одеться и еще, чтобы на жрачку осталось. И на какие-нибудь еще развлечения. Даже те люди, которые работают на нормальных, средних зарплатах по каким-либо районам, городам и так далее, они не могут себе позволить иногда даже развлечений. Что уж говорить о том, что есть низкооплачиваемый труд, на который вообще никто не хочет идти. Понятно, они не хотят идти. Они не хотят идти на низкооплачиваемый труд, потому что у них не будет просто денег. Вообще ни на что. Да-да, те самые знаменательные деревушки, колхозы, нищие, в которых платят по 35 долларов, по 50 долларов. Где люди бунтуют, потому что не знают, как реально прожить. То есть такая информация в течение лета не раз проскакивала. Ну, можно было бы петицию против этого декрета снова написать. Ну, Лукашенко ждет, что все снова высыпят на улице, и скоро высыпят. Вот когда это коснется многих людей, люди снова выйдут на улицы и снова будет отменен этот декрет. Это будет классно, ему понравится. Ну что ж, можно сказать, Лукашенко сам себе копает яму нам на счастье. То есть он стимулирует, по сути дела, такими вещами развитие гражданского общества. Люди будут объединяться, чтобы как-то решить проблему, поскольку они окажутся в трудной ситуации. И это нам на руку. Люди окажутся не в трудной ситуации. Люди в трудной ситуации уже лет 15. На данный момент люди окажутся в безвыходной. Хорошо. Тогда перейдем к следующей новости, которая, так сказать, достаточно крупная и серьезная. Что 27 сентября Лукашенко приехал с визитом в Душанбе, в Таджикистан, для участия в саммите СНГ. И там он сделал много интересных заявлений. Самолет главы государства... Да, кстати, по поводу Марата Минского, который рассказал про то, что СССР возрождается. Ага. Там было сказано Лукашенко много хороших заявлений, которые говорят как раз о том, что СССР не возрождается, и то, что СНГ не работает вообще никак, и никогда не работает.
Ну, так и есть. Ожидается, что на полях саммита Александр Лукашенко проведет ряд встреч с зарубежными лидерами. И в частности, побывав там, он сделал заявление по поводу НАТО. НАТО у наших границ, у границ союзного государства. Лукашенко пишет. Спутник дает такую информацию. Вот уже за 28 сентября, то есть через день. В кулуарах саммита СНГ в Таджикистане президент Беларуси коротко ответил на вопросы журналистов российского телевидения. Сообщили в пресс-службе главы государства. По его словам, центральным вопросом на саммите СНГ стал вопрос безопасности, который поднимали все лидеры стран Содружества. Даже в спокойной Беларуси это обсуждается регулярно. Учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ союзного государства, заявил в интервью Александр Лукашенко, после чего добавил, что это конфиденциально обсуждалось и с Владимиром Путиным. Правда, президент Беларуси не стал конкретно говорить о предмете беседы, отметив лишь, что общение было личным. Белорусский лидер заметил, что на сферу безопасности влияют и другие факторы, не в особенности военные. Он подчеркнул, что об этом говорил и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на саммите в Таджикистане. Вопросы востока Украины, вопросы Приднестровья, особенно Нагорного Карабаха, нам бы как-то сорганизоваться и разрубить эти гордиевые узлы и многие другие, предложил в завершение Александр Лукашенко. То есть так вот он сказал. Побывал на саммите, сделал заявление и тут же начали демаркировать украинскую границу. Да, давайте разрубим гордиевые узлы. Выведем, например, из Приднестровья 18-ю российскую армию. А потом из Донбасса выведем российских этих, как называется. Их там нетов. Их там нет. А потом еще из Крыма выведем, и из Абхазии, и из Южной Осетии. Давайте разрубать гордиевые узлы. СНГ не работает. Оно не было создано как рабочая схема отношения между государствами. СНГ было создано в 91 году для того, чтобы мирно разойтись. 27 лет все никак не разойдется. И, как всегда, вот эта паранойя насчет Запада, что типа она за все эти годы... Ну, дедушка ничего Сталин, ему плохого. Уже все равно. Запад не сделал Беларуси, и России, и Украине и всем остальным. Ну, Фридом, у нашего Александра у него деменция, понимаешь? Он уже все. Он уже старый, он вспоминает свою юность, молодость и так далее. Артем, а может просто это пыня? При этом его, и при этом его пригласили во Францию. Странно как-то. Да, его пригласили во Францию. А еще Маккей постоянно сидел в Брюсселе, пока он рассказывал Путину о том, какие мы с ним союз. Ну, это скорее политика, всего, это большая политика. Артем, вполне возможно, Путин просто сказал прямо Лукашенко, что давай-ка уже выполняй наши просьбы, там базу надо военную строить, границу там с Украиной отгораживать, еще по-тихому надо наращивать. Ну, ребята, давайте вспомним, как начались переговоры насчет военной базы новой. Как они начались? Есть деньги, есть база. Нет денег, нет базы. До свидания. Кстати, по поводу Марата, что за бред он там нес, интересно, по поводу СССР, как он там обосновал вот дебилизм своей мысли? Понятия не имею, я просто посмотрел, что мне почему-то оно выползло в рекомендованных, Марат Минский. Я его смотрел один раз в сентябре 17-го, Запад 17-го, когда учения были. Вылез, ну нифига себе, нафига он мне нужен? Ну, черт с ним, какая разница. Следующая новость. От совка нужно избавляться постепенно. И будет все хорошо. Медленно, с расстановкой, как говорится. Ребята, прикол в том, что совок мертв и гниет. Гниет и воняет. Воняет на всю Европу. Депутат Марзалюк закон о домашнем насилии нарушает традиционные семейные ценности. Председатель комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк на пресс-конференции 27 сентября высказал личное мнение.
о проекте закона по противодействию домашнему насилию, предложенному МВД. Депутат считает, что в нем нет необходимости, так как в стране и так есть инструменты для борьбы с проблемой, а новый закон может навредить традиционной системе отношений, пишет Тутбай со ссылкой на Белопан. Есть фундаментальные, это цитата Мырзулька, есть фундаментальные ценности, которые я разделяю и буду защищать всеми фибрами своей жизни. И есть вещи, на которые я никогда категорически не соглашусь. Когда мы говорим о системе традиционных ценностей, то она неотделима от христианской традиции, потому что европейскость и христианскость в хорошем смысле – это слова-синонимы, заявил Мырзулюк. Он сказал, ну там еще... много чего приводится. Он сказал, что концепцию потенциального закона не обсуждали с депутатами. Она рождена в одном из подразделений МВД при активном содействии глобальных фондов. Скажу искренне, что я принадлежу к тем людям, которые не поддерживают саму идею этой концепции, считаю ее антиконституционной, противоречащей белорусскому законодательству. И тут я сразу сделаю такую вещь. Почему-то декрет номер 3 он в свое время не считал антиконституционным. Мы помним, как он в Могилеве там вышел на митинг тунеядский и начал спорить. А такой. Что за закон о семейных ценностях? Ну-ка еще раз. Закон вот такой, некий какой-то закон там о семейных ценностях. Честно говоря, я не в курсе, что это за закон. Они ну, попоя, как я понял. Да. Закон о попоя, как понял, типа, если... Ну, Кот, ты зачитай полностью новость, там же полностью подробности есть. Да, вот он также пишет. Я считаю, что есть фундаментальные права, которые гарантированы белорусским государством и так далее, и так далее. А Мырзулюк уверен, что концепция нарушает статью 32 Конституции в части равноправия супругов в семейных отношениях. Концепция имеет колоссальный дисбаланс между правами и обязанностями мужчин и женщин, потому что агрессор и обидчик, как и в европейских законах, почему-то только мужчина и женщина, которая всегда позиционируется как жертва. Каждый из нас знает ситуацию, когда жертвой бывает кто-то другой. Родители почему-то всегда выступают в ипостаси обидчиков, которые только и делают, что вредят своим детям. Ну и самое основное, что нам предлагается ситуация, в которой дела о домашнем насилии будут выведены за рамки административного и уголовного процесса. А процесс – это единственный способ, когда можно при помощи закона выяснить, какие происходили события. Со своей субъективной точки зрения, определенные месседжи этой концепции противоречат кодексу о браке и семье и концепции национальной безопасности, заявил Мырзулюк. Он выступает против введения отдельной ответственности за психологическое и экономическое насилие, если эти термины не будут четко определены. Депутат сказал, что его удивляет желание бездумно обезьянничать, использовать чужой опыт и перекладывать его на белорусские реалии. Напомним, что в июле МВД вынесло на общественное обсуждение концепцию проекта закона о противодействии домашнему насилию. В октябре документ представит Александру Лукашенко. Ну, в чем-то он прав, как ни крути. То есть нужно согласовать полностью закон и его охарактеризовать. В этом с ним не поспоришь уж точно. Странно. В кои-то веки услышал от Мырзулюка что-то внятное и понятное. Да. Я сейчас перешел по ссылке по поводу этого закона от июля 2018 года. Статья называется «Принудительное выселение и девайсы для контроля». МВД подготовила законопроект о домашнем насилии. То есть он, видимо, достаточно большой и такой, ну... Ага, понятно. Крупный. Короче, какие-то служебные девайсы там для слежения, выселения, там аресты и прочее. То есть... Ну, то есть, супруга или супруга бьет супруга, то на них будут навешаны определенные какие-то девайсы, и они будут расселены в разные места. И чтобы супруг не приближался к той женщине или к тому мужчине, которого она насиловала психологически или морально, или физически, или насиловал морально, психологически, физически, чтобы это все было... Ну, это типичная растрата средств на фигню. Потому что, да, вот, допустим, у нас по закону каждому человеку, который находится на ограничении свободы без направления в исправительное учреждение, ему обязаны надеть на ногу браслет, который будет показывать его местонахождение. А на деле такого не существует в природе. А по закону это должно быть. Ну, то есть где-то деньги украли.
Прозалёк, правда, внезапно оказывается. Не, ну надо же. Ну он знает, ну, что еще украдут, когда закон примут. Еще же хочется дополнить, что он про БНР говорил. Ну помнишь, до БНР 25. Ну, 100 точнее. То, что он, ну, сказал, что это нормальная вещь, ну, с точки зрения нашей истории. Дело в том, далее. Что ты же знаешь, что в 90-е годы Марзалюк был в оппозиции, а потом, когда стал в силе Лукашенко, он выбрал переход на сторону власти и стал вот депутатом. Да, и он немножечко поехал еще, потому что иногда говорит такие вещи, которые, ну вообще никак воспринять. Судя по всему, я думаю, он просто пытается быть в тренде и, так сказать, говорить популярные вещи, как говорится, свой личный рейтинг поддерживать. Не, ну по поводу этого закона он полностью верный вещи сказал. Да, я же говорю, когда как он говорит. То, что государство это не должно так контролировать и влезать в жизни граждан, как это сейчас у нас происходит. И, в принципе, он сейчас против государства и пошел. То есть против закона от государства, МВД в частности. Что, в принципе... Это он просто дал комментарий здравомыслящий. Он же не сказал, что не нужно, что надо отменить этот закон. Он сказал, что надо все четко разобрать, прописать все, как говорится, чтобы не было тупой кальки с европейских там или с американских каких-то законов. Все должно быть чинно, должно, с расстановкой и без маразма. Ну да, все тогда понятно. Да. Нет, здесь дело в том, что нужно просто понимать, что государство, как правильно сказал Фридом, не должно контролировать, оно должно регулировать. А регуляторов этих нету, потому что закон у нас не работает. Вот если у нас работает какой-либо закон, то у нас обычно закон работает в одну единственную сторону, в сторону женщины. Он сказал, хотя иногда, да, должен это в сторону всех работать. И женщина. Именно. А он должен работать в любые стороны. Да, как в сторону детей, так и в сторону родителей. Как в сторону мужчин, так и в сторону женщин. В этом он, да, полностью прав. Следующая новость по поводу арки. Арка за 2 миллиона долларов. И вылизанный город Могилев готовит к приезду Путина и Лукашенко. Хартия сообщает. Перед белорусско-российским форумом регионов в Могилеве в экспресс-темпе начали ремонтировать здания и даже возводить новые объекты. Белсат сообщает, вместе с местными активистами и деятелями присмотрелся к тому, как и за чей счет изменился город. Планируется, что на пятом форуме регионов Беларуси и России будет присутствовать Лукашенко и Владимир Путин. К этому событию Могилев тщательно готовит весь последний год. Сроки сдачи объектов переносились по несколько раз. Сейчас же основные работы закончены. А Порошенко же в Могилев приедет. Нет, Порошенко в Гомель. Это там было насчет Гомеля. Там регионы в Гомеле, а здесь с Путиным в Могилеве будет. Сроки сдачи объектов переносились несколько раз, и вот сейчас же основные работы закончены. Остались косметические приготовления. Как-то мне это Дожинки напоминает, такой стиль. Быстро все делать. Арка на месте. Ну, вот эта арка, во-первых... Как я уже сегодня говорил про Брест 2008 год. Приготовят, вот это вот все сделают, оно развалится через год. Так только для того и делают, на один день, чтобы Лукашенко и Путин приехали, и их глаза не уперлись в какую-нибудь корявую фигню. Это как вот эта новость с БНР-100 и табличкой, вот это, то, что это люди собрали на конфайтинге за считанные там буквально часы, и не то не поставили у тырки, сейчас подписи люди собирают. Не дали там. Любовь сейчас мы. Тогда да, сказали, а вот да, это, за налоги наши же ставят вот эти арки, то есть, которые да. с гражданами не согласуют. То есть это фундаментальная разница. Ну так тоже Путин приедет. Они эти арки сначала пускай сдадут. Арка на въезде в город. Больше всего споров вызвала арка на въезде в Могилев из минского направления. Ее должны были сдать в прошлом году как подарок Могилеву на юбилей 750-летия. Но не хватило денег, и строительство растянулось на 2 года. Деньги на арку собирались традиционно, добровольно-принудительно. Могилевчане свидетельствуют, что на предприятиях организовывался сбор денег, от которого сотрудникам было трудно отказаться. Первоначально собранных денег не хватило, и через год пришлось устраивать вторую волну пожертвований. Она построена
и наверняка станет достопримечательностью города. Да, вот фотография есть. Но сразу несколько вопросов. Это самый необходимый объект, который нужно было строить за деньги и без того ограбленного народа? И в честь такого, в честь какого триумфа построена арка? Все оправдали и обосновали орденом Ленина, который получила Могилевская область за какие-то там заслуги. Это удручает, и еще и потому, что на фоне обнищания народа, упадка культуры, образования, медицины, мы возводим сомнительные по значимости объекты, не учитывая желания людей, которые здесь живут, говорит известный в Могилеве режиссер Владимир Петрович. Не, ну по логике арки они обычно строятся в честь какого-либо триумфа. Да, победы. То есть это обычно называется триумфальные арки. Триумфов у Могилева было много. Но только вот Путина приглашать в такую арку как-то не очень триумфально будет Путину проезжать через эту арку. Еще, кстати, неизвестно, с какой стороны будет он проезжать. Это с Минского направления, а Путин, может быть, откуда он будет ехать. Еще неизвестно, увидит ли он эту арку вообще. Но это хотя бы лучше, чем памятник корове за 127 тысяч долларов, который вообще не нужен. Это и то плохие вещи, мягко говоря. Ну да. Ну это теорема Эскобара. Что это? Это обе две такие, что на их нафиг. Люди должны сами решать, куда их деньги будут тратить чиновники. Тут в том-то дело, что их не спросили. Это как, ну, вот с этой, опять же, доской на 100 лет БНР. Люди сами же собрались, но им при этом и позволяют ее поставить. Ну, это какой-то полный бред. А здесь, не спрашивая людей, с них принудительно стали взыскивать деньги на эту арку. Причем два раза, потому что первый раз не хватило. Не принудительно, а добровольно. Добровольно-принудительно. Просто государство распорядилось деньгами так, как люди об этом не задумывались. Так то это есть, еще не единственное. Они хотели, чтобы у них была арка? Я думаю, что нет. Я думаю, что они не собирали петиции. Я думаю, что их налогами просто воспользовались. Не по назначению. Я думаю, что в Могилеве гораздо больше проблем, чем строить арку или не строить арку. Чем готовиться к приезду Путина или не готовиться к приезду Путина. Могилевчанам, по-моему, насрать на Путина. В прямом и в переносном смысле этого слова. Это не единственное. У могилевчан, наверное, проблем побольше. Даже если не наплевать, им думают деньги, ей типа понадобится другая вещь. Это 100%. По крайней мере, да, рабочим еды купить хотя бы. А они вынуждены эти деньги добровольно жертвовать. На эту арку. Это, говорю, не единственный объект. Еще да, есть же можно дать этому региону свободу в плане предпринимательства, процент уменьшить, опять же, все, она сразу будет цвести и пахнуть. Да. А Могилев, как и Витебск, то есть Витебская Могилевская область, самая худшая как раз в этом плане. Там больше всего закрывается ИП, насколько я знаю. Вот, еще лестничный проем там какой-то делают, лестничный спуск с каскадным фонтаном в парк Подмиколье. Это еще один объект. Его упорядочивают последние 5 лет. Но лестницу начали строить только в прошлом году. Есть фотография. Также еще корпус Белорусско-Российского университета. Там делают какой-то ремонт. Дворец культуры. Готовит. Куда-то не туда решили потратить деньги могилевчан. Музей у них для инвалидов все там в порядке, у них, я не знаю, пандусы все стоят, дороги в порядке полностью. И медицина там все хорошо в этом плане, и рабочие места, то есть все там хорошо. В больницах все есть, все для любых операций, которых только можно придумать и себе представить, да? Наверное, так. И тут вот проблема арки возникла. Ну это не да, знаю. Еще я назвал другие объекты, там лестница, дворец культуры, еще вот музей Белыницкого Бирули, который реконструкция в музее длилась 5 лет. И перед пятым форумом регионов наконец закончилась. Работы по ремонту и модернизации музейного здания обошлись в 1,5 миллиона долларов. Вот за эти... Я давно говорил, что пора бы нам уже вернуть наше магдебургское право назад, на место. Верните Могилеву магдебургское право, пускай Могилев сам распоряжается своими деньгами.
Верните Минску магдебургское право. Бресту верните магдебургское право. Блин, где выборы хотя бы мэра Минска, где выборы мэра Бреста, где эти выборы, я понять не могу. Мэров назначают. В администрации президента у нас все выборы проходят. Мэров назначают депутаты областные, которых избирает народ. Ну, народ должен выбирать этих мэров, по факту. Народ должен выбирать и судей. Согласно магдебургскому праву, народ сам должен собираться в ратуше и решать городские проблемы. А мэр – это всего лишь человек, который будет регулировать решение этих проблем. Воля изъявителя. Да, прямая демократия, по сути дела, в городе. Ну, вольный город, это, да, фактически, да. Прямая демократия. Да. С нормальным гражданским населением, грубо говоря. То есть позволяет городу жить в этом плане, каждому Беларуси. Даже, казалось бы, в дикие времена там феодализмов всяких, и то это было возможно. А сейчас в нашем европейском государстве, в котором правит демократический президент, магдебургское право невозможно. И вообще какая-то более-менее вменяемая децентрализация. Даже при феодализме, получается, больше свободы у нас было, чем при Лукашенко. Нет, но при феодализме у нас все-таки было всего лишь несколько городов, которые имели магдебургское право. А сейчас ни одного. Были под указкой. А сейчас, да, сейчас ни одного. Ну, разве что Минск. Опять-таки вернемся к приговорам. Нет, у Минска нету выборов мэра, опять же. То есть нету этой ратуши. То есть ни у одного даже города нет. Мешает. Нет, да. Ни одного города. То есть сейчас факту. Получается какое-то уникальное время. В сравнении с феодализмом у нас хуже. Даже в Москве, то есть да. В России есть выборы. Да. Хотя бы в сравнении со сталинскими временами, там 10-15% оправдательных приговоров. Тройки, вот эти самые знаменитые, выдавали. А у нас всего 0,46%. Да не про это, Кот. Мы про выборы, про децентрализацию. Нет, я все вместе говорю. Просто я понимаю. Просто уже мы это повторяли уже кучу раз. Я понимаю. Так получается это. Просто настолько, да, режим. То есть у нас хуже, чем при Сталине. У нас хуже, чем при феодализме. У нас хуже, чем вообще хрен знает где. До чего мы дошли? Социально ориентированного государства. Вот до чего мы дошли. Да, мы его построили, наконец. И последняя новость, которую я сегодня добавил, это о погибшем солдате еще одном, который якобы повесился. Почти месяц продолжается расследование по факту гибели рядового Александра Орлова в Слонимской военной части номер 33-933. А солдата нашли повешенным 5 сентября. Министерство обороны сразу заявило, что смерть Орлова не связана с прохождением службы в армии. Но Ольга, мать военнослужащего, считает, что ее сына убили. Ольга разговаривала с Александром за несколько часов до того, как его нашли в петле. Одна из причин, почему мать не верит в самоубийство сына, семья подготовила документы, чтобы комиссовать Александра для помощи матери. В мае женщина похоронила мужа, отчима Саши, и теперь живет одна с маленькой дочкой. Он ходил к юристу, ему рассказали, какие нужно собрать документы и справки. Моя старшая дочь сейчас неработоспособна, так как сама сидит с маленьким ребенком и не может приезжать и помогать мне. А мужа я похоронила в мае. Все нужные справки мы собрали. Выслала мне их дочь в понедельник 4 сентября, за день до того, как нашли Сашу. Он знал, что документы скоро будут. Потом бы их перенаправили в Гродно, где и решался бы вопрос о комиссовании. Александр немного рассказывал матери о службе, а однажды сказал, что в его часть набрали одних тюремщиков, пальцы веером, ни с кем не поговорить, не с кем и поговорить. Он почти ни с кем там особо не разговаривал, не дружил, часто беседовал с военным психологом Рощинским. Николай Рощинский, заместитель командира бригады по идеологической работе. Это такая ссылка. И в тот день я его к психологу отправила. Вдруг тот мог бы посоветовать еще какие-то документы сделать, но Саша его не нашел. По словам матери, на шее у Александра были две странгуляционные бразды, следы, которые оставляет веревка.
Вот есть фотография. Ольга считает, что это свидетельствует о том, что Александра сначала придушили, а потом повесили. Там небольшая коптерка, высота всего 2 метра, а Саша был ростом 1,89 м. При этом он как-то сам вбил крюк, залез на стол, закинул веревку с петлей, опустился со стола, убрал его в сторону, со стула убрал его в сторону и повесился на четвереньках. Зачем ему убирать стул? Он бы встал на него, а потом просто откинул ногой, если бы хотел повеситься. Кстати, факту о стуле очень удивились следователи. На руках и на ноге Александра Ольга заметила гематомы. Также мать говорит о дыре в голове погибшего солдата. Дыру в голове военные объяснили мне тем, что когда его снимали из петли, то ударили о потолок. Но они же сами сказали, что он повесился на четвереньках. Также объяснили и гематомы. Но как могли появиться гематомы у уже мертвого человека? Я уверен, на гематомы он заработал, когда его вешали, похоже, он вырывался. На руках у Александра мать обнаружила порезы, как от бритвы или ножа. На руках, там где мускулы, у него были порезы, как от ножа или бритвы. Как будто его полосовали. Сам он вряд ли мог себе такое сделать. Он был не из таких, дома никогда за ним такого не замечали. Когда 3 октября 2017 года в другом городе Беларуси, войсковой части 43-064 в Печах под Борисовым нашли повешенным Александра Коржича из Пинска, его голова была обмотана майкой, а ноги связаны шнурком от обуви. В случае с Александром Орловым таких чудовищных подробностей нет. Но есть еще одно обстоятельство, на которое Ольга обратила внимание. Когда Александр приезжал на похороны отчима, он разговаривал со своей двоюродной сестрой. На вопрос о службе в армии он ответил: «Там, кто не подчиняется, того вешают». Это не первый солдат, найденный повешенным в воинской части 33-933 Слонимского гарнизона. В 2013 году там погиб военнослужащий из Новогрудского района. У них с Карелечким районом один военкомат. Тогда Министерство обороны также утверждало, что имело место самоубийство. Вообще же, только за последнее время стало известно уже о нескольких якобы повесившихся солдатах. Ну, что тут сказать? Тут нужно сказать только одно. Министр обороны должен быть отправлен в отставку. Что у нас там, до сих пор еще Равков? Равков в отставку и под суд. Снова подписи. И вообще нам нужна армейская реформа. А Равкова нужно осудить и отправить в отставку. Вот после вот таких вот вещей Равкова нужно судить и отправить в отставку. Да, также, Артём, я читал одну статью в интернете, и там один из офицеров, насколько я помню, он говорил о Равкове, то есть высказывался не самым лучшим образом. То есть, когда он еще не был министром обороны, он, так сказать, видел его в действии. То есть, ну, это человек невысоких моральных качеств, скажем так. Да кого интересуют его моральные качества? Равков, он должен быть министром обороны. Если у него такое происходит, значит, нужно взять и прижать всех, у кого такое происходит. Если ты до сих пор, сколько уже прошел? Практически год уже прошел. Если ты до сих пор раскачиваешь, и у тебя до сих пор в армии кого-то вешают, значит, ну, значит, тебя нужно снять и посудить. А еще лучше расстрелять. Итак, на этом сегодняшние наши новости заканчиваются. Ты говорил, что, ну, к примеру, госдолг Беларуси увеличился на 4,5%, достиг 44 миллиарда рублей. То есть вот в 2019-2025 годах Беларусь планирует направить на обсуждение и погашение внешнего и внутреннего государственного долга. То есть 23 миллиарда долларов. Или то, что бензин, к примеру, подорожал на 20% с начала года. То есть он 18 раз уже подорожал за этот год по копейке. Была эта новость? Нет, все новости, я сказал, которые были, все, они прошли, у меня закончились там списки. Да уже и время у нас, 1:40 идет выпуск. Остальное оставим на следующий раз. Подписывайтесь на канал. Обязательно поддержите канал хотя бы лайком. Если возможно, то сделайте донат. Ссылка в описании.
Подписывайтесь на наши социальные сети, вступайте в группу в Дискорде, в Телеграме, для того, чтобы узнать анонсы на стримы и для того, чтобы побеседовать вживую голосом, а также попасть, возможно, и на наш следующий обзор новостей. Всем спасибо, до свидания, смотрите наши следующие выпуски.